Добрый вечер, Хэрли Кич, в студии Светлана Кадырова, ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ «Татарстан». Приветствуем всех наших телезрителей. Так, с мая по июль в Республике Татарстан, да, впрочем, это уже и по всему миру тоже, идут замечательные народные праздники. Сабантуй, например, в 388 регионах проходят. Ну а в целом идут татарский сабантуй, русский каравон, чувашский уяв, удмуртский гронбытон, мордовский балтай, марийский симык, кряшинский петрал. Каждый из них — это не только дань традициям, это повод о том, чтобы поговорить, в каком направлении должна развиваться нация, и вот как совмещать исконное и современное, и насколько вообще это возможно. Тема нашей программы — национальные праздники, традиции и современность. Я с удовольствием представляю наших гостей. Многих из них мы давно не видели, некоторых мы видим впервые, поэтому с удовольствием всех представляю. Алсу Равильевна Мифтахова, директор ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан. Хайрли Кич. Хайрли Кич. Моя любимая Гульнар Фатонова Габдрахманова, руководитель отдела этнологических исследований Института истории имени Марджани Академии наук Татарстана, доктор социологических наук. Рада вас видеть. Добрый вечер. Раир Равилович Фахрутдинов. Давно его тоже не видели. Заведующий кафедрой исторического и обществоведческого образования Института международных отношений Казанского федерального университета, доктор исторических наук. Он должен был быть по скайпу и должен был быть в Москве, но он именно сегодня, именно для этой программы к нам приехал Азат Галимж. Вот сейчас всю фамилию, да, чтобы с Галямшин, продюсер зрелищных мероприятий, город Москва. Рады вас видеть. Ирина Алексеевна Александровская, председатель правления Русского национально-культурного объединения Татарстана, заместитель председателя комиссии по культуре Общественной палаты Республики Татарстан и заместитель председателя Ассамблеи народов Татарстана. Рада вас видеть. Взаимно. Добрый вечер. Людмила Ивановна Мусихина, председатель национально-культурной автономии марийцев Казани, заместитель председателя национально-культурной автономии марийцев Республики Татарстан. Здравствуйте. Добрый вечер. Я напоминаю всем нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Нас прямо сейчас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты могут сегодня выражать свою точку зрения также и кнопками на вашем пульте. Красный — категорически не согласен, синий — согласен, белый — отношусь нейтрально. Хотелось бы начать, как всегда, по традиции, с интернет-опроса нашей аудитории. В начале недели мы запустили опрос, посещаете ли вы народные праздники, сабантуй, каравон, уяв, симык, и перечислили. Да, очень люблю, так ответили 54% проголосовавших. Не знаю о таких, так высказали 7%. И 39 респондентов ответили, что сегодня подобные народные праздники не актуальны. Такой же вопрос мы адресуем нашим зрителям. Вопросы... Ответы по интерактивному голосованию озвучим в конце программы. Но вот как бы наши эксперты оценили, ну, достаточно весомый процент людей, 39%, в котором это неинтересно. Я понимаю, что срез необъективный, возможно, но как бы то ни было, это срез. Почему такая разница? Не пугают такие цифры, Гульнар Фатонова, как социолога? На самом деле, вот ваши цифры, полученные во время вашего интернет-опроса, совпадают с данными наших социологических исследований. Отлично. Когда мы спрашиваем наших респондентов, а через что вы чувствуете свою этническую принадлежность, принадлежность к русскому, татарскому, чувашскому этносу, мы нашим респондентам предлагаем самые разные варианты ответов. И на первом месте все выбирают всегда обязательный язык, а на втором месте называют праздники, обряды. И эту цифру примерно выбирают, набирают тут позиция примерно 50-60%, как раз вот совпадает с вашим интернет-опросом. И мы исследования проводим в течение уже вот последних трех десятков лет, и эта цифра сохраняется. То есть вот примерно 50-60% во время наших социологических опросов говорят, что они чувствуют единство с татарской, чувашской, удмуртской, русской общностью через праздники и обряды. Но вы падение интереса, оттока зрительской аудитории, как вы сейчас говорили, не замечаете? То есть... Более того, мне кажется, наоборот, мы наблюдаем некий рост к этим праздникам, к обрядам. Дело в том, что все-таки сегодня у людей огромная потребность в каких-то зрелищных массовых мероприятиях и находить где-то какие-то, ну, маркеры своей идентичности. Мне кажется, как раз вот праздники – это тот символ, то средство, через которое люди могут себя выразить, свою этническую идентичность. Спасибо. Я хотела бы поддержать, что интерес растет. И вы знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот ковидные ограничения привели к тому, что не только можно воочию, но и заочно познакомиться с тем или иным праздником. И мы обратили внимание, что интерес к каравону возрос именно потому, что в 2020 году он проводился в онлайн-режиме. Причем, как выяснилось, большой интерес стала проявлять молодежь, потому что она ближе к интернету, как мы знаем, к социальным сетям. И уже в последующем мы увидели значительное количество молодежи, которое стало появляться на, казалось бы, традиционных праздниках, которые, может быть, им могли бы быть неинтересны. Это здорово. Поэтому я могу отметить, что молодежная аудитория все больше и больше возрастает, и им оказывается интересны свои истоки в том числе.
Поэтому мне кажется, что действительно ситуация позитивная в отношении к нашим традициям. Ну, потом мы уже позже с вами проговорим, то есть как вот эту молодежь еще завлекать и при этом не потерять. Алсура Ильина, как вы считаете? Я хотела бы сказать, вопрос? Что для того, чтобы не потерять молодежь, надо придумывать новые форматы площадок, мероприятий, что мы и делаем, в принципе, ежегодно. И я хотела, пользуясь случаем, конечно, пригласить у нас вот послезавтра в селе Кит-Озеро Бавлинского района у нас Грын-Бетон. Да, он начнется в 11 утра. И это будет очень интересно тоже, потому что в этом году это новые форматы работы, у нас молодые режиссеры. То есть та молодежь, которая сами мы вовлекая молодежь, мы делаем это для нее. Ну, а в целом, про молодежь, да, чуть позже, Асура Ильина, вот сейчас, почему много это или мало, 39%, в котором не актуально этот, не актуально. Вы знаете, у каждого, ну, вот, то есть у каждого человека, я не думаю, что когда-то у нас будет 100%. То есть у каждого человека есть выбор. Что ему нравится, либо ему нравится, вас и какие виды отдыха. 54%. Мы, любят, ну, конечно, мы всегда хотим идти на то, чтобы это было выше, но нынешние цифры, они не показывают вообще абсолютного отсутствия интереса. Это самое главное. Хорошо. Рай Равилович, есть что добавить? Да, вот интересно было бы знать эти 54-39 возрастной ценз. Я так предполагаю, что те, которые тепло относятся к этим праздникам, это люди в основном, наверное, все-таки среднего, старшего поколения, да? А среди этих 39%, я предполагаю, в основном молодежь. Да, вопрос достаточно серьезный, но, понимаете, надо понимать, что вот в эпоху глобализации тут, вот эти национальные праздники, они в любом случае, хотим мы того или не хотим, в глазах молодежи они минимизируются, у них другие интересы. Я вот поддержу в условиях пандемии, современных непростых условиях, да, все-таки проблемы, вот эти процессы глобализации, они как бы тоже минимизируются. И я надеюсь, во всяком случае, верю в это, что молодежь заинтересуется вот нашими праздниками. Это во-первых. Во-вторых, здесь важно понимать еще и другое, что вот эти праздники, вот, например, я с удовольствием свой график работы перестроил бы, если бы я знал, что праздник завтра состоится. То есть малая информированность, да? Вот, то есть мало об этом кто знает. И, наконец, я бы еще на что хотел обратить внимание, то, что, наверное, да, вот все-таки согласен тоже с коллегой, как-то форматы нужно новые. Вот у нас какие-то устоявшиеся есть традиционные форматы. Мне казалось, мы сегодня наоборот скажем, устоявшихся уже нет, одни новые и так далее. Нет, так далее. Как-то что-то надо, что-то новое, потому что сегодня вот в таком мире молодежь, ну вообще по-другому. Человек устроен так, что он требует что-то такого уже нового требует, понимаете? И когда есть ему с чем сравнить. И поэтому в этом отношении изменение форматов праздников, его содержание, наверное, тоже играет очень важную роль. Хорошо, вот проговорим о форматах, да, мы сейчас вот завершим вот по интернет-опросу. Людмила Ивановна, есть что добавить вам? Да, конечно, есть. Я не согласна. Почему? Потому что мы очень много работаем, особенно с молодежью. Если взять наш актив, 70% молодежи марийской. Та молодежь, которая разносторонне развитая, образованная, продвинутая, одним словом. Есть у нас и поэты, и те, которые... Вот те люди, которые вот они живут своей культурой, своим народом. И мы выигрываем проекты, движемся. Один проект, второй вот сейчас. И если говорить о праздниках, мы используем сейчас и прямые эфиры, онлайн, офлайн. Если, допустим, вот у нас Семик был во время пандемии, оказалось, что в интернете это все можно провести, и даже очень много просмотров по сравнению с тем, что и даже может быть эффект больше, чем вот так где-то собираться. И сейчас, если проводится Семик, прямые эфиры используем. Потом у нас молодежь разрабатывает свои предложения, площадки свои, какие мы в первую очередь у них спрашиваем. Зрения, как бы им было интереснее, у них спрашиваем, да? Что нам, как делать. То есть, чтобы было и молодежи интересно, чтобы их собирать, и они сами уже аудиторию собирают и вот так же организовывает, помогает. Предлагаю дать слово Азату, как представителю той самой молодежи, которая организовывает... Сабантуй в Москве. Ну что, Азат, во-первых, как вот такая сравнительно
на уровне Москвы, например, если можно сегодня говорить, по интересу к Сабантую? Тут я хотел бы, во-первых, согласиться с большинством из коллег, и я не буду, как, знаете, отцы и дети сейчас спорить, не будем начинать сразу, потому что все, что сказали, очень важно. И очень важно было сказано о том, что сейчас у национальных праздников появился шанс быть посещенными, потому что люди заскучали по мероприятиям, и это продолжается уже 2 года после открытия так называемых мероприятий. Но те 39%, которые вы сказали, и в принципе, если это совпадает с опросами, это назначено национальные мероприятия проигрывают другим мероприятиям. То, что люди в любом случае хотят мероприятия, они в любом случае какие-то мероприятия посещают, это значит, что это большой проигрыш национальных мероприятий другим мероприятиям. Более зрелищным, более интересным и более комфортным, потому что сейчас люди уже поняли, что такое комфорт. Об этом можно будет чуть позже сказать, но я считаю, что это недоработка организаторов национальных мероприятий, вот эти 39%. Хорошо, спасибо. Мы сейчас прервемся на рекламу, потом продолжим. Не переключайтесь. Итак, мы продолжаем говорить о национальных праздниках, как совместить традиции и современность. Сейчас почему эта тема, да, почему мы сегодня ее поднимаем. Накануне прошел Всероссийский съезд учителей татарского языка и литературы в Казани. Президент Рустам Миниханов поделился своим мнением о недавних днях Татарстана в Якутии. И он сказал, что мы хоть и привыкли думать о себе, как много вы добились, но вот по многим вопросам у нас работа непочатый край. И вот в какой-то степени президент говорит о переформатировании нашего Сабантуя, увидев, в каком формате прошел якутский праздник Исааха. Я предлагаю послушать Рустама Нургалиевича и дальше продолжим. Рустам Нургалиевич говорит, что содержание Исааха было богаче, там заложен национальный язык, традиции, исходящие из древности, обычаи и порядок. А вот Сабантуй превращается в праздник песни и спорта, теряется аутентичность старинной традиции. После якутского праздника, говорит Рустам Нургалиевич, у меня появилось другое видение организации Сабантуя. В общем-то, достаточно неожиданное, наверное, для нас вот это заявление было. И в связи с этим вот хочется поговорить все-таки. Ну, честно, простой вопрос, да? Либо мы сохраняем аутентичность, либо добавляем современность, чтобы привлечь молодежь. Вообще, где найти этот баланс? И вообще, что из аутентичного, ну, например, сегодня осталось в том же Сабантуе, Каравоне, Семыке? О чем мы можем говорить сегодня? Да, если мы будем говорить о... Сейчас это прозвучало о каких-то новых формах. О них невозможно говорить, если мы не знаем истоки, если мы не знаем аутентичной истины. Потому что как можно формировать какие-то новые смыслы, новые формы, технологии, если мы не знаем истоков? Поэтому в любом случае здесь можно согласиться с тем, что порой наши праздники в году такой, скажем, современности иногда не просто предлагают новые формы, но они совершенно не имеют связи с истинной природой этого праздника. И я думаю, что Рустам Нургалиевич говорил и об этом в том числе. Ведь если говорить о Каравоне, он возродился благодаря энтузиастам местным, безусловно, но к ним пришли на помощь специалисты, этномузыкологи, которые работали вместе с ними по возрождению аутентичного каравона. И это очень важно. Поэтому здесь нужно не перебрать в новых формах. Хотя есть и фолк-группы, которые в любом случае хорошо знают эту аутентичность, если они вносят какие-то современные мотивы. Вот это очень важно, чтобы не превращался праздник в пародию. А вот это может отталкивать. Что касается, что кому-то неинтересно, я могу здесь сказать, что нужно один раз побывать на удачном празднике. И если он будет удачен, равнодушного не будет. Потому что не нужно забывать, что, наверное, респондентами все-таки была урбанизированная аудитория.
А урбанизированная аудитория все-таки оторвана от своих корней. Поэтому, конечно, новое нужно, но аутентичное все-таки важно. Фундаментально, да? Да, фундаментально. У Ирины Алексеевны такая замечательная фраза была, что приглашать экспертов для организации праздника. Азат, а вы приглашаете экспертов при организации праздника? Вообще, насколько сегодня используется приглашение действительно специалистов, ученых, краеведов и так далее, для того, чтобы организовать праздник? У Министерства культуры Татарстана есть прекрасная программа обучения режиссеров сабантуев. Она проходит каждую весну. Я тоже там читаю лекции. Это Министерство культуры плюс несколько организаций, которые задействованы в этом. Сама по себе формат обучения шикарен тем, что погружают в то, что должно быть. Другое дело, какая аудитория приезжает как организаторы будущих сабантуев по всем регионам. Зачастую я вижу, с этой аудиторией общаюсь, да, это не совсем подготовленные люди. И зачастую это очень взрослые люди, которые просто вот принимают решение, что они едут как руководители организации, вместо того, чтобы прислать сюда молодых, заряженных людей. В связи с этим и экспертов, мне кажется, тоже в принципе не хватает. Даже не с точки зрения аутентичности, здесь уже сказали, с точки зрения самой организации не хватает экспертов на местах, чтобы этот сабантуй проходил на определенном уровне и как раз поддерживали определенный баланс между аутентичностью и современностью. Потому что если не будет современного, комфортного, интересного мероприятия, на него не придет молодежь. А если молодежь не придет, то, в принципе, это мероприятие можно считать провальным. Потому что, в принципе, основу, при всем моем уважении к взрослому населению, с любых мероприятий составляет все-таки молодежь, да, то есть объем. Сохранение, передача по традициям. Да, вот должна быть вот эта некая преемственность. Поэтому я вот об этих экспертах переживаю и считаю, что регламенты, соблюдение этих регламентов и направление не только артистов, какого-то оборудования и прочих на сабантуй, а именно экспертов на этапе подготовки, вот это очень важно, и в этом Татарстан, мне кажется, еще есть над чем поработать. Ну, Людмила Ивановна, а у вас как? Вы привлекаете экспертов? Кто вообще эксперты для организации СЕМОКа? У нас, надо сказать, что у нас немножечко иначе, потому что СЕМОК, это у нас длится целую неделю. Это праздник, который испокон веков, он связан и с соблюдением обрядов, то есть как бы и поминанием духов, вот, определенные дни. Люди уже заранее, уже в понедельник, если целая неделя длится, с понедельника уже начинают готовиться, готовят что-то. И в среду, допустим, топит баню, встречает как бы предков, поминает, и там целые обряды. А потом уже, когда... Ну, завершающий вот, день. Завершающий, уже это настоящий праздник, а на праздник собирается и молодежь, и старшее поколение. А привлекаете экспертов для того, чтобы вот сохранить... У вот, нас, вот так, знаете, было именно так. Можно сказать, эксперты, это вот создан на совет 17 человек, да, это в каждом районе, как бы избран, это уже уважаемый человек, который... за эти годы и культуру знает, и среди людей. Хранители традиций. Хранители традиций, которые несут дальше, организовывают и знают, что хочется людям. Вот мы, естественно, обсуждаем это все и двигаем вперед, а потом ведь у нас на самом СЕМОКе тоже свои обряды, и у нас начинается как бы смоление, карты, когда вот благословляют. Это все у нас сочетание, у нас нет такого, чтобы вот чисто для молодежи или чисто это. И я смотрела, вот очень много молодежи, и она идет, и никаких никогда нареканий не было. Рай Равилович, вот насколько нужны, потом к Минкульту, да, как этот вопрос адресую, нужны ли действительно эксперты при организации вот подобных праздников? Нет. Либо достаточно вот хранители традиций, да, из народа, да, это уважаемые люди в селе. Ну, мы сейчас, прежде говорим же о молодежной аудитории, да? Ну, в этой ситуации и пожилые бы тоже не потеряли, чтобы чтобы пожилые тоже ходили и понимали, что это не только молодежный праздник. Я понимаю, что там Азат всегда был, да? Вы знаете, мне кажется, что надо понимать, что вот любого человека, и молодежь в том числе, воспитывает среда. То есть... Его просто привить ему любовь, вот просто показом одного или даже участием в одном празднике, это будет очень минимальный какой-то эффект, да? То есть вот это, как мы говорим, подрастающее поколение, вот эта аудитория, она должна об этом празднике слышать в школах, в средствах массовой информации. То есть должна создаваться определенная среда, которая... А вот после того, как он об этом наслышался, начитался, услышал, и потом уже участие в этом празднике, это вроде как вот...
что-то такое уже высшее, к чему он стремится. А когда просто привести, показать, вот праздники, все. Вот в связи с этим случаем, я вспоминаю случай, который был, ну, лет 15-20 назад. Мы в Москве проводили какое-то большое мероприятие, связанное с татарской культурой. И там, конечно, вот московские татары приводили своих детей, и мне запомнился один подросток. Мы с ним как-то разговорились, я говорю, ты татарин? Да, Казань, оказывается, это Казахстан, да? Понимаете, вот он пришел, увидел. То есть тут и семья должна вот эту среду создавать, вот это особое трепетное отношение к этим традициям. И, конечно же, должны принимать участие эксперты. Но очень большую роль, на мой взгляд, играет организатор. То есть тут надо, вы правильно говорите, надо вот какую-то золотую середину. То есть чтобы это и современным каким-то трендом шло, да, чтобы молодежи было интересно. И в то же время вот эта аутентичность, ее надо необходимо сохранить. Это очень непросто, это очень тяжело, но, повторюсь, вот над этим мы должны все вместе, конечно, работать. А, Суравина, в этой ситуации, каким образом, вот, я не знаю, не то, что я не про контроль, да, в этой ситуации, а вот какая помощь, возможно, оказывается Министерством культуры при проведении подобных праздников? Востребованы ли, вот, скажем так, экспертное мнение, экспертная оценка? Ну, что конечно, здесь... как бы мы являемся основными организаторами всех традиционных праздников на территории Республики Татарстан, и без экспертов, то есть у нас не обходится ни... То есть все написание прологовой части сценария, то есть все, что мы используем, это основано на материалах фольклорных экспедиций. То есть мы, если это кочующий праздник, то есть, значит, то мы локально пытаемся найти какие-то интересные вещи, которые свойственны именно этой территории. Поэтому здесь, и вот как сказали уже по поводу того, что курсы сабантуй, они проводятся ежегодно, и мы пытаемся привлечь максимально, как бы, профессиональный состав научного сообщества для того, чтобы донести нашим режиссерам вот все то, что нужно использовать в сабантуй. Я думаю, что вот сейчас, ну вот как так я была сама на ИСААХе, и как бы это единственная точка была проведения вот этого республиканского самого мероприятие. А наши же, как бы, вот наш сабантуй, он как бы распределен на 4 точки, это тоже надо понимать. То есть собрать, например, 200 тысяч населения, как бы, мы тоже можем, наверное, если мы это будем проводить на одной точке. Но сама, что поразило, то это то, что все население, оно было в национальных костюмах. То есть у них, у каждого, даже вот у ребенка в коляске, у него был элемент национального костюма. Вот я считаю, вот это важно донести, потому что во всех национальных костюмах любого народа у него есть сакральный смысл, то есть и каждый элемент – это какой-то оберег. И когда вот мы вот это донесем, я думаю, до большего количества населения, а сейчас к этому интерес растет, и у молодежи, и у всех, я думаю, что мы сможем проводить и такие праздники, уже вот как бы используя все. То есть я так понимаю, что если из семьи все это идет, да, и нам потом нет необходимости заботиться об аутентичности или современности праздника, да, то есть можно добавлять небольшие краски, а люди просто изначально придут, потому что так надо, да, потому что и традиция. Осталось до паузы немного времени. Кто последний раз был на каком празднике? Всех была. Ну, вы понятно, у вас поэтому не спрашиваю, организовываю. На сабантуе. В Казани? Да. Что из такого аутентичного вы увидели? Вот на самом деле ваш вопрос очень такой вот сложный, с одной стороны, с другой стороны, очень простой, в том смысле, что вот мы много сегодня сейчас вот говорим об экспертах. Наверное, это, конечно, важный, нужный вопрос, проблема, которую нужно решать, но она далеко не такая уж глобальная, не самая главная, мне кажется. Сегодня очень важно говорить о том, что все-таки любой народный праздник, он перестал быть народным. Известный этнограф, исследователь татарской культуры Руф Каримно-Уразманова исследовала сабантуй на протяжении нескольких лет и говорила о том, что сегодняшний сабантуй, он уже перестал быть народным праздником, произошло огосударствление этого праздника. Мы сегодня уже видим, что сабантуй уже проводится в удобное для республики время. Сегодня сабантуй это стал визитной карточкой республики. Сегодня, ну, надо говорить образом... о туристическом потенциале, да? Это как и туристическое мероприятие, мы тоже, да, это понимаем. Да, да, да. Это средство привлечения туристов, это средство привлечения инвесторов, это средство показать всему миру, что действительно республика это регион межнационального согласия и мира. Поэтому, конечно, вот серьезная проблема состоит в том, что вот мы, ну как вот сохранить вот эту народность? Все-таки вот любой народный праздник, это ведь народное творчество, это народная самодеятельность, это, ну, какой-то особый народный дух. А мы, к сожалению, вот это теряем. Я понимаю, что это очень сложный вопрос, как найти баланс вот между интересами
ну, конкретно нашей республики, республики и сохранения вот этой традиционности. Вот надо искать эти рецепты. Ну, это уже прозвучало, что ведь что такое праздник? Это совокупность многих важных моментов. Вот речь о костюмах я хочу поддержать. Ведь даже если говорить просто о концертно-музыкальной программе, если на сцену выходят люди в костюмах, которые не имеют никакого отношения к народу, это какая-то эстрадная пародия, то это печально. Это тут же дезорганизует и публику, и скепсис появляется. Ирина, поэтому костюм это очень важно. Да, продолжим обязательно после новостей Татарстана. Не переключайтесь, будет интересно. Еще раз добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ. Сейчас в прямом эфире в студии Светлана Кадырова. Сегодня обсуждаем национальные праздники, народные праздники. Как сохранить традиции и приобрести, наверное, современность. А сейчас такой вот вопрос, который так вот в паузе, наверное, у нас зрел. Насколько вот каким сабантуй в реальности был, вот допустим, да, либо семок был, и во что сегодня трансформировался? Вот я не знаю, какой процент изменений, какой процент новых форм мы приобрели? Вот Азат сейчас скажет, в Москве сабантуй 2 июля, да, проходит? А что вот такого, чего не было там еще 20-30 лет тому назад? Ну, начиная с 2018 года, мы намеренно назвали его международным, московским международным фестивалем, чтобы привлечь как можно больше внешних людей. То есть вы даже название изменили? Да. У нас в Москве называется Московский международный фестиваль «Сабантуй» 2022 в этом году. И задача привлечь как можно больше внешних людей и показать наши традиции и культуру. Но это особенность Москвы, да, то есть нас там мало, а внешних людей очень много. И поэтому вплоть до того, что мы приглашаем, сотрудничаем с туроператорами и привозим не по одному десятку автобусов с китайцами, с ну, раньше это было, да, сейчас с внутренними российскими туристами. И стараемся сделать так, чтобы этот Сабантуй был зрелищным и интересным. Что касается других моментов, то есть у людей сейчас разный уровень предпочтений, комфорта и требований. Да? Например, на субботнем Сабантуе будет бизнес-лаунж, да? То есть деловой клуб «Акбар» сделает лаунж, как в аэропортах. Люди приходят, платят определенные деньги, могут находиться в комфортных условиях с едой, вести переговоры и там отдыхать. Духовный... А Сабантуй там есть? Осталось от да, нет, смотрите, там... центральная программа, она нет, всегда это, идет. Это отдельные площадки. Да, это отдельные площадки, где каждый... По предпочтениям. Понимаете, задача не 2 часа человека там, чтобы был, а весь день. И благодаря этим площадкам, в частности, вот, да, духовное управление придерживает своими лекциями, детской площадки и так далее. Таким То есть это образом, клубы по интересам внутри, да, на площадке, на Майдане Сабантуй. Десятки тысяч людей, вращаясь вокруг основных сцен и всех этих площадок, практически весь день находятся на этом празднике. Что осталось-то из традиции? Все из традиции скачки осталось. Есть? Батыры все есть? Батыры из традиции. Есть? И татарские деревни, и башкирские деревни. И скачки там, к сожалению, запрещены, но они проводятся чуть заранее, а здесь уже только награждение. И обязательно все национальные праздники и как можно больше площадок. То есть, так как объем большой, десятки тысяч людей, площадки разделены на многие точки, чтобы люди, максимально людей охватить. То есть все национальное максимально осталось. Гульнар Фатмовна, по-моему, сказать, что ты хочешь, нет? Это шоу, это не Сабантуй. Но такая потребность людей современных. И вы работаете на внешнего потребителя, на туриста, на китайского, на И я вам больше другого. Скажу, мы привлекаем спонсоров, партнеров, и за их деньги, в частности, это делаем, потому что иначе это невозможно Но сделать. Это уже, да, не народный хорошо, праздник. Если не будут в Москве приезжать туристы, вообще, есть какое-то соотношение? Татары приходят, кто, каких национальностей, вообще, среди кого востребован условно. То есть, если перестанут ходить туристы, Сабантуй останется? То есть, как-то, он будет там нужен у нас? Мое мнение, что наш праздник Сабантуй должен максимально транслироваться на внешнюю аудиторию сейчас, потому что сами мы, стараясь транслировать его на внешнюю аудиторию и привлекая внешнюю аудиторию, мы делаем интересным для себя, копаясь в истории, стараясь сделать его аутентичным и при этом сделать его современным. Ирина Алексеевна, вот а ваша реакция? Вы знаете, если говорить о Сабантуе, а можно о Сабантуе два слова, да, все-таки? Да. Я о своих детских впечатлениях. Наше садовое общество находится рядом с Березовой рощей в поселке Мирном. И я помню свои детские впечатления, что такое Сабантуй. Вот нынешняя Березовая роща, это не та Березовая роща, что была раньше, она тоже, оказывается, могла быть аутентичной. Это была настоящая
роще. Затем ее сделали лысой, значит, каким-то образом причесали, и вместе с этим ушла та аутентичность, которая была там. Потому что я помню естественный природный ландшафт, где проводилась борьба. Для этого был естественный овраг найден, и он годами, десятилетиями использовался. И естественные получались лавочки, значит, по всему этому оврагу. А скачки проходили рядом, были поля, это были, ну, две, как сейчас говорят, фишки всего Сабантуя, хотя все народные игры были. Вот у меня детские впечатления именно как о аутентичном празднике. И все бабушки в беленьких платочках завязанных традиционно, как тогда это было принято. И народу было море, это было море. Вы знаете, это был настоящий Сабантуй. Он долгое время был таковым, пока рощу просто... не причесали. Ну, Алексей, можно сейчас вот, предположить, что если в таком духе сегодня организовать Сабантуй, что людей там 110 тысяч, да, у нас в общей сложности на всех площадках в Казани было в дни Казанского Сабантуя, 110 тысяч человек, туда бы, наверное, не пришли. А вот понятно, главное, что новые, что понятно, что новые формы нужны. Вопрос, насколько они с таким зерном, да, национальным внутри, насколько сохраним традиции. Вот в Каравоне какие новые формы приветствуете, какие сразу отвергаете? Я скажу о любом народном празднике. Угу. Для нас в последнее время мерилом стала численность пришедших. А правильно ли это? Если они приходят вот так вот потусоваться, это одно. Численность может быть баснословной. А если они пришли погрузиться в народный праздник, численность может проигрывать. И я вам скажу, ну, про Каравон все знают, я вам скажу про Троицу в селе Матюшино Верхнеуслонского района, где вот такие же специалисты, профессорско-преподавательский состав Института культуры, возродили, в принципе, в умирающем Матюшино, в 90-е годы аутентичную Троицу с березкой, которой нужно повязать ленточки, и которую нужно срубить, которую нужно принести, вокруг которой нужно петь песни именно этого поселения Матюшино Верхнеуслонского района, а затем отнести ее в Волгу и, загадав желание, направить по Волжским водам и подняться, оказывается, совсем по другой тропинке. Там столько нюансов, и эти традиции записали, успели записать вот эти специалисты Института культуры, и до сих пор проводят. Даже дачники, которых уже там очень много, в этом Матюшино, приходят с удовольствием и принимают участие в этих хороводах. Поэтому я вновь возвращаюсь к тому, что главное может быть не только в численности. Вот рядом в этот же день проходил фестиваль казачьей песни. Я вам скажу, в поселении в Матюшино людей было столько же, сколько на фестивале казачьи песни в Свияжске, где много туристов и других посетителей. Это говорит о многом. Рай Равилович, вот, ну, некий такой импорт народных праздников, да, я не знаю, если термин сегодня применим в связи с импортозамещением, я не знаю, импорт народных праздников. То есть мы пытаемся транслировать свою культуру для других народов. Да? Что, в общем-то, что в этом-то плохого? Да, если хотят работать на посещаемость. Я полагаю, что человек должен иметь право выбора. Наверное, уместно развивать и ту форму, и другую, и третью форму. То есть человек должен сам определиться. Вот с одной стороны, я согласен с тем, что вот посудите сами, да, в Москве, ну, наверное, вот эти формы, они более приемлемы, я так думаю. Потому что те же обрусевшие татары, они как-то вот эту форму видели, она им близка, эта форма молодежи. Они уже начинают все равно думать, что это за культура, какую культуру я им предложу. Как-то, да, у него уже интерес возникает. Опять-таки, это наша культура становится объектом интереса для зарубежных туристов, для гостей. В этом плане, наверное, такая форма, она нужна. С другой стороны, я, конечно же, согласен и с Ириной Алексеевной, такие формы тоже нужны. То есть человек имеет право выбора, одному интересно посетить народный праздник какой-то, ну, скажем так, модернизированный, да, современный. Почему нет, пусть ходит по городу. Может, тогда нужно давать название, да? Это модернизированный, да. Сабантуй, это аутентичный, да. Сабантуй, а здесь, сделать, например, еще больше площадок? Конечно, конечно. Возможно. Почему нет? Вообще что-то обсуждалось подобное? Ну, я понимаю, что сейчас есть международный шахтерский, да, Сабантуй. Нет, надо понимать, Сабантуй, что мы молодежь просто туда не загоним.
мы туда не загоним. Надо дать им право выбора. Он один год посетит один вид праздника, одну форму праздника, другой раз, уже заинтересовавшись, ему будет интересно узнать, а что это за традиции. И поэтому ему мы предлагаем... То есть через модернизированную версию прийти к аутентичной, да, и дать ему возможность прийти к... Но сейчас глобальный мир, надо с этим согласиться, и поэтому просто восстанавливать и возрождать те праздники, которые были 100 лет назад, 200 лет назад, именно в той форме, которые были, они тоже нужны. Но, наверное, надо предлагать и другие формы. То есть разные формы должны быть проведения. Сейчас мы уйдем на рекламу, потом продолжим. Не переключайтесь. Мы продолжаем. Вот, Людмила Ивановна, сейчас к вам вопрос. Вот на Семык, если кто-то предлагает, ну, в духе как Азат, да, вот, а сделаем, давайте, у вас бизнес-лаунж, ну, например, да, либо еще какую-то площадку. В каких случаях вы говорите нет, что, какие формы не принимаете? Или вообще такой достаточно очень строгий ценз, рамки? Я считаю, что нужно брать то, что из старины, может быть, из прошлого, то, что было хорошее, сохранять, развивать, может быть. Мы все за это, Людмила Ивановна, мы все за это. Но вот как это сделать современно, чтобы молодежь еще больше пришла? И вот, например, пришел к вам Азат и предложил свой проект. Ну, конечно, привлечение спонсоров, привлечение молодежи. И у нас так и было. Мы, например, собрались, вот группа, да, молодежи. Они написали целый список, что бы они хотели видеть. Вот что нового появилось? Вот скажите пару каких-то историй. Вот различные игры, допустим, площадка молодежная. То есть они хотят знакомиться. Это для них вот... Но в целом, в традиционный Семык это не укладывается. Ну, не укладывалось. Не укладывается, но однако же они хотят это видеть тоже. Вот, мы все-таки говорим, что без добавления современности не получается. Конечно. Но при этом, вот смотрите, ну, 110 тысяч человек, мы говорили, в той же самой Казани. Москва 150-250 тысяч человек дает, да? Каравон сколько дает, Ирина Алексеевна? Где-то, ну, он может принять только 20-30 тысяч, потому что площадка ограничена. То есть вот при таком количестве людей вообще можно найти сущность народную, глубину души народной? В чем ее найти сегодня можно? Гульнара Фалатова. Очень сложный вопрос. Наверное, трудно на него ответить на самом деле. Но я думаю, что, понимаете, вот мы говорим о поиске современного в традиционном. Наверное, мы еще должны что-то находить такое интересное в самой традиционной культуре, которую мы на самом деле очень плохо знаем. А почему-то мы считаем, что современное – это вот бизнес-ланчи и так далее, и так далее. А почему мы воспринимаем сабантуй – это только скачки, только борьба? А ведь мы забыли о том, что сабантуй – это еще и большой цикл, который идет до этого праздника, целый цикл обрядов и церемоний, когда, например, девушки садились и вышивали полотенца красивые для батыра, когда целая была церемония, целый поезд, поезд ходил по деревне, собирали подарки с шестом, с гармонией, песней. Эту традицию в Казани возродили, я не знаю, в селах она осталась или нет? Осталась, да, в селах? Вот в Казани прекрасно, 2-3 года я точно помню, что это проходит. Ну, это даже больше. То есть я хочу сказать, что, в общем-то, очень важно, наверное, что-то еще и вытаскивать нам, пытаться из традиционной культуры. К сожалению, когда вот мы проводим даже наши социологические опросы, мы видим, спрашиваем наших респондентов, какие вы праздники знают, нам называют только сабантуй. Мы спрашиваем, какие игры народные вы знаете, нам никто ничего не может сказать практически. То есть это сегодня уже удел очень ограниченного круга людей, которые что-то знают о традиционной культуре. И у нас очень примитивное представление вообще о народных праздниках сегодня. Давайте какую-то пятерку назовем, вот таких традиций сабантуя, семыка и так далее, вот которые должны быть, что у нас сейчас приходит при первом упоминании сабантуя. Ну, сейчас... У каждого сабантуя ассоциируется с борьбой кряж. То есть это то, что как бы, ну, это в принципе и должно быть, потому что это состязания были, молодежные игрища, вот это вот то, что, ну, то есть сейчас этого нет практически. Ну, такие устоявшиеся. То есть после того, как прекращались эти состязания, то есть эту площадку занимала молодежь. То и есть она тоже знакомилась, почему не используем такую тоже возможность, для того, чтобы молодые вот люди вот, знакомились, да, после окончания пары. Весенней там полевых вот этих всех работ, у них была возможность познакомиться, создать какие-то семьи, и это было там между селами, между деревнями. То есть поэтому вот это вот у нас как раз-таки вот утрачено. Утрачено. Реально возродить площадку для знакомств? Конечно. В 18 году сам проходил обучение. Нам показывали эти игры у реки, как знакомились, какие были обряды. Я, во-первых, в первый раз в жизни это
видел. Потом мы это попробовали реализовать у себя на Сабантуе, и это была одна из самых популярных площадок. Да. Люди не знали, что там происходит, они видели много людей, они подходили и по ходу уже узнавали, как там надо перекрещиваться, идти, строить, там и элементы ручейка есть. И вот это все тоже обязательно должно присутствовать. Я ни в коем случае не это не отменяю. Но если человек, предприниматель, хочет в своей среде, в определенной атмосфере, в комфорте, а не под солнцем палящим находиться на Сабантуе, то мы должны и эти условия создать для духовной аудитории, и место для намаза должны создать. То есть современное мероприятие, а Сабантуй все-таки это как фестиваль, он должен отвечать требованиям современного мероприятия. Хорошо, без этого никак. Но все равно пять таких традиций назовем. Что сохранилось на московском Сабантуе? На московском Сабантуе, конечно же, кураж, конечно же, национальные игры. Безусловно, концертная программа. Ну, финал награждения от скачек. И, наверное, из того, что могу сказать, это традиционная вот эта вот деревня, торговля, где еда и подворье, да, и все остальное. Мастера. А что еще должно быть на Сабантуе? Что вот потеряли, мы говорим, да, площадку для знакомств. Что еще? Ну, то, что мы сегодня говорили, то есть, вот Гульнара Фуатовна об этом несколько раз упомянула, то есть, эта подготовка к празднику, она должна быть более красивая, она должна быть более, наверное, такая, несколько сакральная. Тут, естественно, необходимо определенную просветительскую работу провести. То есть не сам факт проведения Сабантуя, а сколько подготовка к проведению Сабантуя. Сейчас этого нет, к сожалению. Я вот с своими коллегами согласен, из детства в памяти осталось. Большой праздник намечается, бабушка шила полотенце, ходили подарки, собирали. И когда я спрашивал, что за праздник, мне говорили, о, через два дня Сабантуй. То есть мы ожидали нечто такое, вот что-то такое все вообще потрясающее. Да. Поэтому подготовка к празднику, вот у нас сейчас, к сожалению, я не могу сказать, что это везде соблюдается. Наверное, мало где соблюдается. Вот эта подготовка к празднику, это да, один из таких. Вот это чувство не всегда вернешь, потому что параллельно вот 2 июля в Москве проходит еще несколько крупных мероприятий, и некоторые люди, я знаю, даже из татар, которые пойдут не на Сабантуй, понимаете, потому что Сабантуй они и так уже знают, и даже сколько бы там ни готовили чего-то нового, они пойдут на новые интересные мероприятия, там, например, там технократическое там определенное. Поэтому сейчас настолько конкуренция, опять же, да, по мероприятиям, что люди очень щепетильно выбирают, на что уделить свое время, внимание и даже деньги, которые они потратят на это мероприятие. Если говорить о хороводе, то само название этого праздника говорит о том, что главное – это хоровод. Причем были действительно сакральные песни, песнопения, фольклорные произведения, которые являются обязательными при исполнении этого хоровода. Это особый утиный такой шажок, это тоже обязательное условие, не просто встали в хоровод и как угодно там прошлись в этом хороводе. То есть там обязательно взялись мизинчиками, значит, тоже особым образом нужно друг с другом соприкасаться. Конечно, предваряет все это празднество обязательно престольный праздник. Это же престольный праздник самого храма. Вообще нужно сказать, что в поселениях очень часто народные праздники были приурочены к престольному празднику. Это обязательно, конечно, сначала священный поход в церковь. Это обязательно важное условие. Оно даже в начале, а потом уже идет народный праздник. Ну и, конечно, ярмарка, которая там как раз показывает нам разнообразие декоративно-прикладного творчества наших умельцев. А что утеряли, Ирина Алексеевна? Если вот посмотреть, что утеряли и что не приживется, наверное, и что не будет принято в современном мире? Я всегда говорю о том, что у русского народа утрачена, ну, почти утрачена национальная кухня. Во всяком случае, вот здесь я это ощущаю. Ну, приезжаешь в Москву, в Зарядье, например, ты там найдешь национальные русские блюда и будешь приятно умиляться всему этому. И вот очень приятно, что в этот раз нашли, потому что у нас, к счастью, есть люди в Центре русского фольклора, которые предметно изучают экспедиционно традиции, в том числе и в Никольском. И вот этот сгибень, я сама провела параллель с некоторыми известными блюдами татарскими, да, значит, что здесь мы тоже находим, наверное, взаимовлияние
культур, потому что он вот так же сворачивается, да, с определенной начинкой. Мы знаем с вами соответствующее блюдо. И я думаю, что это нужно расширять. Свое время утратили, я скажу, что в Лаишево был очень интересный квас. И обычно такой необычный, именно фирменный, собственный. И он всегда был на караване, если говорить о гастрономических пристрастиях, визитной карточкой. Сейчас его не увидишь. Вот, кстати, в Матюшино, о котором я говорила, фестиваль кваса был организован. Это очень интересно. И я думаю, это нужно возрождать. Хорошо. Еще вот мы так сегодня сконцентрируемся на таких основных, да, летних праздниках. На самом деле очень много. Вот только даже по татарским то, что собрала, у нас фестиваль народных игр УНФЕСТ, международный этно-фэшн-фестиваль «Стиль жизни. Культурный код», «Вкусная Казань», фестиваль татарской городской культуры «Песчан базары», городской фестиваль народов Поволжья и Тиль, и так далее, и так далее. Вообще, вот это многообразие, оно во вред, в пользу, потому что сейчас вот по Семуку знаем, да, по Каравону знаем, такие вот ключевые фирмы. Татарских вот достаточно много. Это туристический опять, это раскрытие туристического потенциала? Что это? На что это работает? В условиях дефицита татарских мероприятий мы делегациями целыми приезжаем на эти мероприятия. Но при этом зовем каких-то своих друзей из той же Казани, а они там на дачу уезжают, понимаете? То есть мне кажется, ценность, она тем возрастает, тем меньше ты присутствуешь на таких мероприятиях. Но при этом их многообразие не значит, я считаю, это не лишнее, потому что сколько раз проводится... На день рождения Тукая проводят вот это уличное мероприятие с альтернативной музыкой. Я практически каждый год специально приезжаю. Песчан базары и все, что вокруг этого, обязательно. То есть есть несколько событий, на которые ты прямо красным календарем ставишь, обязательно приезжаешь и привозишь с собой целые делегации. Поэтому многообразие обязательно нужно, чтобы не ходить... Опять же, чтобы ходить больше на свои национальные мероприятия, а не на посторонние. И тогда, опять же, конкурентная борьба в пользу национальных начинает поворачиваться. Ольга Альфанова, как социолог оценивает? Мне, на самом деле, кажется, что сегодня... Я поддержу коллегу в том смысле, что, на самом деле, очень важно вот, предоставлять такой разнообразный продукт потребителю, потому что сегодня у людей огромная вообще потребность выйти из дома и просто выйти, пообщаться, посмотреть, каким-то образом отдохнуть и провести как-то свое собственное время. Ведь, на самом деле, вот народ праздники, мы сегодня говорили о том, что это было место встречи жителей одного села, целого района, квартала. И вот на самом деле эти праздники сегодня тоже предоставляют возможность встретиться людям одного села, одного города, познакомиться, как-то обменяться какой-то информацией, просто отдохнуть и красиво провести время. Поэтому я думаю, чем больше будет возможностей у нас предоставлять таких продуктов вот потребителям, мне кажется, тем, ну, наверное, людям как-то будет легче, интереснее жить, и насыщеннее будет их жизнь. Прежде чем... Да, вы абсолютно правильно говорили то, что я хотела сказать. Ведь сам смысл праздника, что это? Душа, дух, настроение, которое создается еще тогда, когда ты только появляешься где-то в этот район, целая улица тебя встречает, везде у каждого дома накрыты столы, угощения, песни. Так тебя каждый встречает как дорогого гостя. А ведь перед этим они готовятся. Они приводят, если это в деревне, они там такой порядок наводят. И сам праздник, вот этот дух встречи с друзьями, встречи гостей дальних, почетных, это настоящий праздник, незабываемый, как правило, на долгие годы остается. И это ничем не заменить. Это, наверное, вот основное, то, что должно быть в любом празднике. Хорошо, буквально 5 минут до конца, прежде чем задать итоговый вопрос, итоги зрительского голосования. Ходите ли вы на народные праздники? Да, очень люблю, так ответили 83% телевизионной аудитории. Смотрите, что мы с вами сегодня сотворили. Все остальные примерно, не знаю, таких около 8%, и 8%, что сегодня это не актуально. Да? Мы понимаем, где зрительская аудитория, это как раз деревни, районы, где все это чтят, хранят, и, может быть, даже в каком-то более тонком, с душевной организацией, возможно, эти праздники проходят. И все-таки вот сейчас, чтобы вот убедить оставшиеся 8 плюс 8, 16 итогов процентов, давайте подведем, для чего нужны национальные праздники, есть ли угроза их исчезновения, и как их нам популяризировать, если можно, коротко, у каждого примерно по меньше минуты. Я вот начала вот в самом начале нашей передачи говорила о том, что праздник это такой очень важный компонент этнической идентичности человека. И если на самом деле человек не хочет себя потерять, раствориться в этом глобализации,
цивилизованном мире, мне кажется, очень важно вот как раз ходить, посещать эти праздники для того, чтобы сохранять свою этническую идентичность, сохранять свою культуру, сохранять свою самобытность, быть другим, быть особенным. Праздники как раз это та возможность, это то средство, которое нам позволяет быть вот таким особым, специфическим человеком. Спасибо, Азат. Ну, мы как люди, которые уехали, вот лично я 20 лет не живу уже в Татарстане, но при этом не считаю, что я стал от этого меньше татарином. Наоборот, еще раз повторяю, ты тянешься к этому больше. Исходя из этого, наши национальные праздники, к сожалению, вот уже не такие, как были раньше в деревнях, вот этого ощущения нет. Но максимально вернуть это ощущение через профессионалов, в частности, при подготовке этих мероприятий в регионах, это все возможно, но я остаюсь при своем мнении. Через туристов, через желание заинтересовать других, ты сам в это вовлекаешься. Спасибо, Людмила Ивановна. Я считаю, что все-таки это огромная работа, та, которая проводится, да, вот в частности с Министерством культуры, Ассамблеей народов Татарстана, Дом дружбы, мы марийцы, она все равно дает свои плоды. То есть каждый мариец или даже молодой человек, ребенок, который пришел, он видит, приобщается, появляется какая-то гордость за свой народ, он становится самодостаточным, не стесняется говорить на своем языке, он хочет познавать свою культуру, все это мы узнаем и познаем, и это в ходе нашей деятельности, общественной работы, и понимаем, что мы не зря работаем, и думаю, что... Ну и национальный праздник, и количество гостей, конечно, это приобщение. Подтверждение. Приобщение. Хорошо. Каравон давно перешагнул границы Татарстана, и в этом году было 30 лет этому событию. 2 июня мы презентовали книгу «Каравон. Душа народа», красноречивое название, в Театре русской песни Надежды Бабкиной, где просто люди были восхищены и предложили в следующем году в Татарстане организовать проект «Песни народов России». Поддержал Рустам Нургалеевич в этом году в Чувашской республике он был. Душа народа – это то, что не может уснуть в народе. Для этого нужно просто хорошо организовать праздник. Как вы сказали, не только летом. Кузьминки – осенний праздник, святочные забавы – зимний праздник, масленица – весенний праздник, календарные обрядовые праздники будоражат нашу душу, что очень важно. Если душа не уснула, праздником жить. Смотрите, какие праздники, да, о которых уже где-то забываем, популяризировать их нужно, да. Равенович, очень коротко, пожалуйста, в завершение. Праздник должен приносить радость людям, должен быть привлекательным, в том числе и для туристов, в том числе и для бизнеса. Прежде всего, для населения Татарстана. Поэтому чем больше красивых, привлекательных, шикарных праздников в национальном таким духе, тем лучше. Но я хочу завершить, я абсолютно присоединяюсь к мнению всех коллег. Я в части популяризации хотела бы сказать, что у нас есть карта этнофестиваля, которая размещена, в принципе, на сайте Министерства культуры. Вы можете познакомиться, в каком районе что проводится, какой этнофестиваль, куда вы можете поехать. Там это и датированные есть, как бы, календарный график. Поэтому всех мы приглашаем, всех ждем на наши фестивали. Я не сайт Минкульта, но, по крайней мере, сообщу, что завтра Грон Бетон, а в субботу в Бавлинском районе, в субботу у нас Федеральный сельский Сабантуй, да, у нас будет. Поэтому праздников впереди. Москва 2 июля, тут у нас уже Азат сообщил. Поэтому 8 июля Иван Купала, если мы дальше Иван пойдем. Иван Купала еще и так далее. То есть впереди потрясающее лето с потрясающими праздниками. Заканчиваем Петрау. Сохранить вот эту национальную изюминку всем и каждому из нас желаем. Всем всего доброго, до свидания. Благодарю всех наших экспертов за интересную беседу. Спасибо большое.